Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset Info, а перед нами Кубот X19S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить уведомления на данном устройстве. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки. Дальше в настройках ищем пункт «Приложения и уведомления». И видим все настройки уведомлений на данном устройстве. И сейчас мы коротко пройдемся по каждому из них. Давайте начнем с время использования и так дальше. К недавно открытыми мы вернемся потом. Там тоже можно настроить уведомления. Но давайте зайдем сюда. И здесь мы начнем. Во-первых, это уведомления на заблокированном экране. Какие уведомления на заблокированном экране мы будем видеть и как они будут изображаться? Это показывать уведомления полностью. То есть, к примеру, если вам кто-то прислал уведомление с Телеграма, то вам будет написано, кто вам написал, что вам написал и так дальше. То есть человек, который даже не разблокировал ваш телефон, сможет прочитать, что за уведомление. Скрыть конфиденциальные данные, это значит, что будут скрыты данные, то есть кто вам написал и что вам написал, а вы просто будете видеть, что у вас есть уведомления от Телеграма. И вообще можно выключить их. Также мы можем включить значки уведомлений на приложениях. Можем поменять звук уведомления. Если пролистать в самый низ, мы можем загрузить какой-то звук с телефона и поставить какой-то свой звук на уведомление. Также мы можем настроить уведомления во время режима «Не беспокоить». И самое интересное, это недавно отправленное. Здесь мы нажимаем «Смотреть за все 7 дней». Здесь мы можем выбрать, что захотим. После этого мы видим все приложения, которые могут присылать нам уведомления на данный телефон и которые даже не могут этого делать. Если мы хотим настроить уведомления от этого приложения, то мы, во-первых, можем включить или выключить их полностью, использовав этот ползунок, или нажав на вот сюда вот, то мы можем увидеть более подробное и более большое количество настроек уведомлений от данного приложения. И на этом будем заканчивать. Больше видеороликов об этом устройстве найдете у нас на канале, так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пока!